Ну, давай, чё. Блин, а ты как хотела. А ты как хотела. А ты как хотела. В принципе. Рождение. О, Вован. Здорово, Вован. Пожалуйста, никуда не репостил лучше. Не надо. Потому что я не хочу опять этих какашек, которые летели в меня. Можешь там рассказать на своей странице, пожалуйста, хочешь. Да, навряд ли кто-нибудь придет вообще. Интер Москва, интересный клуб. У нас состав Татарь, который нулевый. Гришин, который непонятно какой. Базар. Оф. Мичеренко. Да еще посмотрим на них. Так, Николай Ичеренков. Обратить внимание на него. Тейза требует в районе до 70. Только работоспособность. Так. А? Смотрим, что тут. Урал Лехамс готовится к низкой посещаемости. 1.33 у нас. Пукин хвалит Коленкова. Пукин сидит в Локомотиве, ему вообще норм. Так, Владимир у нас сыграл 4 перехвата.
Шоров нету. Пробьев почти восстал. Ну, забил раствор. Пару штук. Так, и Робарто. Я приступил к центру. В следующей игре я должен. Или два. Можно. Поддержка. Нестеров, оборонитель. Рутов, оборонительный, тоже оборона. Давайте, поехали. А на сегодня. Зайти поставить розыгрыш, разыгрываю игру Steel Invaders. Invaders. Анонс начнем точку. Так, 3 человека смотрят. Ребят, заходите вот в эту группу, то есть, ребята, заходите. Личная, вот здесь разыгрываем небольшую, так, ну там порядка 200. У меня еще есть пару ключей. Каждую недельку будет. Небольшие такие пока что. Когда группа разрастется, может. Крупная возможность. Так. Invaders. Да, играют оппоненты. Арф что-то совсем дохлый. Чтобы потихоньку пыль.
Совсем потихоньку, потихоньку, потому что непонятно, когда он придет, будет готов играть. Мало ли что со основным духовым случится. Дорошенко подает, но ничего не получается у него. И пас. У нас с Кузьмином переигрывает. Но команда сейчас будет атаковать по флангам. Как они фланги будут задействовать вообще. Тут проход через центр. Такого сайда не было. Подача сейчас будет от Кузьмина. Опасно, но... Да, они... Нормально отыграл защиту. Кстати, играет в роли нападающего единственного. Сейчас ничего не выходит. Козлов забрасывает. Жбекова, я не знаю, как правильно его фамилия. Таренков и Малаканов забивает. Первый, а второй гол, точнее, в своей карьере. Лагает. У меня все нормально, не знаю. Два ноль тем временем становится. Вова Косов забивает. Очередной гол. Лучший бомбардир команда. Сколько стоимость? 41. Такое себе. Получилось Косово 1-1 вывести, но сейчас выйдет у нас Оренков или кто-нибудь другой. Косов, Малаканов бьет, не забивает. Так, давайте Макарова вместо Петухова попробует постоять. Козлова давайте выпустим. Смотрим, что пойдет. Главное, что вратарь не получил травму. В итоге Соленков получает травму. Ладно, сейчас Оренкова поменяем. Кого? Ого. Замена. Навес к нашим воротам, но здесь вроде бы как пацаны справляются. Козлов ловит мячик, отдает дальше Кузьмин. Крутов каким-то образом оказывается в нападении и чуть ли не забивает гол. Это, конечно, поворот. Малаканов бьет, непонятно. Опасно. Нет. Вот хорошо отыграл. Хотя даже до ворот не дошел. Да и Макарова потихонечку боится.
Слушай. Ни на что он это нравится. Так, опасно. Киров забивает свой гол, да? Вот. Четвертый, в общем, забивает, ну ладно. Так. Назад. Здесь полузащитник отнимает мячик. Точнее, не отнимает, а просто-напросто приостанавливает его. Козлов, Киров, еще один гол забивает. Второй в сезоне. Козлов кидает вперед, но нет. Здесь у нас защитники хорошо отыгрывают. Перепас головой. Киров. Продубль сделал Кузьмин. Дальше. Человек со сложной фамилией. Навешивает удар от Малаканова. Еще один гол. Тур ворот. В ворота Малаканов. Бывает неочередной гол. Так, Смирнов потихонечку опять же прибавляет. Это хорошо, у него командная игра 19. Тем временем. Вовчо сейчас стрим, со стримом нормально все? И куда-нибудь. Ну если что, стоп-старт быстро сделаю. Немного битрейт поменьше сделаю. Из-за битрейта лагает, фиг его знает. Сашка, привет. Так, ну что, экспресс у нас поднимается выше, 21 очко. Аня. Главное, что интересно, что у нас с Оленковым. И 6 недель. Уу, надолго выбыл. Вырубили. Катюня. Готов играть в первом дивизионе. Ну, нормально, нормально. То есть в том дивизионе готов. То есть команда готова, в принципе, уже и к седьмому дивизиону. Так. Рок Малаканов. Тренировки есть какие-нибудь? Да, есть. А что? Не работают. Теряет ключ. Понятно. Ничего нового. Трона. Все возможности. Равно там все по матчу продуло.
Женька пришел. Здорово, Жак. Жень, скажи мне, пожалуйста, тормозит трансляция, есть по влаге какие-нибудь? А то он не писал сейчас, что тормозит. Не знаю, смотрю сейчас с телефона, вроде нормально все. Можешь в личку, можешь что угодно. Что угодно. Его вам вернул. Так. Пробел готов. Один из самых дорогих игроков. Единев вообще пока что с травмой. Он куда-то еще пропал. Каров тоже с травмой. Каров хорошо это. А он еще не... Они... Оба вышли. Ну, что за бред? Смотри, понятно все с тобой. Скажите, пожалуйста, есть лаги какие-нибудь? Нету, а то волнуюсь за это. Так, одним нападающим. Здесь по центру можно, в принципе, проходить. По центру и по флангам сделаем сейчас. Ага. И 3-3 отыграем сейчас. Перов, чё, делать бы. Козлова. Ну, он 43 тысячи стоит. Ну, тоже, возможно, вызвал сборную, молодежку. Ну все так само оставит, в принципе. Отыграем сейчас. Кстати, сделаем немножко прессингом, еще поиграем и играешь гораздо лучше. Поехали. С телефона все нормально, я не знаю, говорю, я смотрю, то есть у меня параллельно еще с телефона трансляция запущена. Козлов. Ладно. Нестеров в первую игру после травмы вышел. Первого накрыли. Эрнов. Хороший навес. Посылал Солкинза. И очередной гол свой. У нас третий гол у парня. Так.
Так, Косов у нас после навеса Кузьмин. Ой-ой-ой, опасно, Козлов забивает. Сейчас очень будет разгромный счет по ходу пьесы. 3-0 к 9 минуте. Там просто прессинг включили и все. И вообще до свидания. Вам. Сейчас четвертый еще залетит. Кукин, Козлов. Давай четвертый. Вам. Забивает. Нестеров. Я сейчас перезапущу трансляцию. Скорее всего. Игры. Центр прогресса. Ладно, не. Один гол. Так, 4-0. 29-й минуте. Сейчас еще можно пятый забивать. Ну, это вообще в одну калиточку идет. Один Воробьев. Нов, Рутов. Нов, кстати, очень интересно выигрывает. То есть игра у нас высоко сейчас идет. Из-за этого Смирнов центральный защитник. Так высоко и поднимается. Итак, Сокин не забивает еще один гол. Назаров и Евсеев. Сейчас, видимо, будет атака опасная. Наши ворота. Инфаркт. Конечно, 4-0. В первом тайме это вообще жопа. Что, Вов, ГГ не лагает? Я вижу, вообще не лагает. Нехорошее у всех настроение. Даже выпускать не знаю кого. Ну, никого и не надо, наверное. Не знаю кого. Ну, четвертый нападающий на всякий случай. Первая минута, 4-0.
Так, о, первый опасный момент, такой довольно-таки значительный, который закончился ударом в створ, попаданием туда. Серега. Здорово, Серега. Естественно, ты мне не ответишь, потому что ты сейчас прямо сразу свалишь. Козлов, опасный момент. Не получается. Кузьмин подустал немножко, но будет играть до конца гейма. Хофф убивает подальше. Игру мы Алдир тоже не забил. Не три перехваты или штуки. Ну не прибавляет пока. Гарабар там 207. Мартинс тоже ничего не забил.